привет! Сегодня я расскажу о том, как у нас в Петербурге недавно проверяли звуковую сирену для чрезвычайных ситуаций. Это происходило во всех городах России, кроме Москвы, 2 октября. И я уже заранее знала об этом, потому что год назад, как раз я только недавно вернулась из Англии, я услышала такую же сирену. По-моему, я тоже наперед знала, но как-то забыла про это. И уже когда услышала, вышла на балкон и испугалась. Достаточно страшная такая сирена воет. Но там еще предупреждают. У нас на балконе в моей квартире хорошо слышно, потому что напротив стоят новые дома, и там хорошие такие громкоговорители. Допустим, у мамы дома вообще ничего не слышно, просто звук расплывается. Но, думаю, сирену все услышат. А что говорят, непонятно. Так вот, что говорит диктор перед тем, как произвести сирену? Он говорит, что это будет проверка, что в случае, когда вы услышите такую сирену, обязательно включайте радио или телевидение и дальше следуйте указаниям того, что там вам будут говорить, как действовать в той или иной ситуации, в связи с чем включается эта сирена. Также такие громкоговорители у нас вещали во время пандемии, типа «оставайтесь все дома, сидите на самоизоляции». Я уже показывала вам, как я это снимала и отсылала. Кстати, этот ролик продался в пару мест достаточно, по-моему, по 80 фунтов, что ли, я получила. То есть так вот из дома 8 тысяч рублей раз и получаешь. Ну, конечно, я это все потратила на покупку новой техники. То есть вкладываюсь в технику, чтобы снимать дальше все свои репортажи и блогерские, и фильмейкерские дела. Так вот, многим, конечно, неизвестно, но у меня есть еще один YouTube-канал про Петербург, про мероприятия в Петербурге, такой же, как я делала про мероприятия в Лондоне, Лонд-Айленд, а этот называется Питерленд. И вот на этом канале я выставляю все мероприятия, все, что происходит в Петербурге, что я сама снимаю и что я отсылаю на стоки, ну и так, чтобы жители Петербурга могли посмотреть, что происходит в городе и узнать, что же случилось. Например, вот как произошло в случае с сиреной. Сколько же я получила там комментариев, и, судя по всему, это были комментарии от школьников, они прямо писали: «Боже мой, я так испугался, мы как раз на ОБЖ сидели», или там «У меня 2 дня был запор, и тут меня сразу пронесло». В общем, я даже закрепила этот комментарий. В общем, такие смешные школьники пишут комментарии. Ну и так вот люди многие тоже не знали, хоть с моего канала узнали информацию, что же такое произошло. Так что, если вам интересны мероприятия, которые происходят в Санкт-Петербурге, о некоторых я рассказываю на своем канале, а некоторые вы можете посмотреть на канале Питерленд. Вот, если вы хотите узнать поподробнее, как вот сегодня я рассказываю вам про то, что произошло у нас в городе, напишите в комментариях, интересны ли вам мероприятия, которые проходят в Санкт-Петербурге, я тогда буду поподробнее вам рассказывать. Я, конечно, рассказываю про какие-то события в Петербурге, но не про все. Если что-то вас заинтересует на моем канале Питерленд, пожалуйста, спрашивайте, я обязательно расскажу. Ну а пока будем надеяться, что проверка прошла удачно. Очень многие жители Петербурга, конечно, испугались, но мы к чему-то готовимся, непонятно к чему, но будем надеяться, что ничего плохого не случится. И это просто очередная проверка всех систем безопасности. После того, как мой ролик набрал множество просмотров, мы с мамой так обсуждали эту ситуацию и подумали, а как же вообще работает вот эта вот система, каким инструментом она играется? Зашли в Google, посмотрели и нашли информацию. Оказывается, это газоструйные излучатели производят вот такой вот звук. То есть это генераторы акустических колебаний, создаваемых пульсацией в высокой газовой струе вблизи препятствий резонаторов, клиньев и мембран. Пульсирующий режим потока обусловлен возникающими автоколебаниями и приводит к периодическим сжатиям и разрежениям газа, излучаемым в виде акустических волн. То есть, грубо говоря, это ультразвуковые волны, создающиеся кинетической энергией газовой струи.
Представляете? То есть это даже не какой-то инструмент, а реально поток газа, который там дозируется определенным генератором. Вот так вот. Кто бы мог подумать. Так что вот такие вот иногда приходят в голову мысли, а как же производится эта сирена, за счет чего идет такой сильный напор звуковых волн. И вот нашли такую вот информацию. Ну так, на случай, если кто-то не знал об этом. Мы вот не знали. Пока это все, что я хотела рассказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам была интересна и полезна эта информация. Все, пока-пока.